корпус, я не знаю, мне кажется, это стандартные номера в этом корпусе. Вот как-то так, мы вернулись с вами обратно, откуда мы начинали видеообзор. Спасибо, что досмотрели видео, кто досмотрел. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если нет, ну, спасибо, что досмотрели. Я буду стараться, чтобы вам понравилось в следующий раз. И завтра сниму вам дневную территорию. Посмотрим, как оно все выглядит днем. Сниму, даже если будет дождь. То у погоды нет плохой погоды, у природы нет плохой погоды, поэтому давайте посмотрим. Да, кстати, вот сейчас подойдем к карте отеля и посмотрим вместе, какая большая территория. Мы сейчас подходили к этому бассейну и подходили к этому бассейну. Этот бассейн, я так понимаю, сейчас закрыт, огорожен, потому что вот эти вот клубные номера, реновация. Мы живем вот тут, на 4-м этаже, где-то тут у нас номер. И получается, что у нас вид, или вот тут, вот где-то тут у нас. И получается, что у нас вид сюда, ну, 4-й этаж, и видно море. Тут вот теннисные корты наверху. Тут вот мы обошли с вами. Тут доктор, тут спа. Мы шли по этой стороне. Подошли к морю. Тут мы вышли, прошли через этот бассейн. И подошли к этому бассейну. Вот тут мы не пошли, потому что тут уже было все темно и ничего не было бы видно. Поэтому вернемся завтра и покажу еще, как выглядит территория, как выглядят корты днем и как выглядит территория с той стороны.